чудо. Меня зовут Алексей, я из Москвы. Я играл в лотерею 6 из 45 и выиграл 34 миллиона рублей. Я хорошо помню тот день. Я принял решение бросить курить, и для того, чтобы был мотивирующий фактор, купил билет, чтобы до розыгрыша продержаться, и установку себе такую дал. Вот, знаете, трудно бросить курить первые дни, очень сложно. То есть неоднократно пытался, бросал. И вот все сидят, дымят. И я тоже хватаю сигарету в запале, зажигалку, смотрю на огонь. Что я делаю вообще? Бросаю. Вот так вот два раза, представляете? Это была мультиставка. Совершенно как бы не думал о числах там. Я думаю, если даже не выиграю денег, то хотя бы в плане здоровья брошу курить. А выигрыши узнал спустя некоторое время, когда сначала думал, что выиграл меньшую сумму, порядка 34 тысяч. В телефоне не было видно полной суммы. Вот, и потом, спустя время, когда начал оформлять анкету в компьютере на большом экране, увидел сумму и удивился, не понял сначала, что там еще нули есть, которые не разглядел, все искал запятую. Вот, но запятой не оказалось, и нули оказались настоящими. Ну вот, все так получилось, и бросил курить, и выиграл денежную сумму. Эта сумма позволяет реализовать наши мечты, построить дом, переехать за город жить. Это похоже на чудо.